Пам'ятаєте, кілька місяців тому непримітний хлопець із Волгограду приїхав на кастинг і завдяки звичайному кубику Рубіка змусив говорити про себе всю Україну. Зустрічайте, фіналіст головного шоу України Максим Чечнєв! Добрый вечер! На прошлом своем выступлении я собирал портрет Влада Ямы из кубиков Рубика. Слава, сегодня я хочу попробовать собрать ваш портрет. На подготовку этого выступления у меня была всего лишь одна неделя, что, конечно же, очень мало. Но я все равно попробую. И для этого мне понадобится 42 кубика Рубика 7 на 7. Я готов. Поехали. Спасибо большое! Игорь, но я не мог забыть и про вас. Для меня и у вас есть сюрприз. Да!
Спасибо. А мы продолжаем. Спасибо большое. Спасибо. Для финальной части моего выступления мне нужно 10 добровольцев из зала. Прошу вас, проходите через вон тот выход. Прошу вас, проходите, пожалуйста, за этот стол с этой стороны. Каждого из вас я хочу попросить взять по кубику и перемешать его так, чтобы мне было как можно сложнее его собрать. Заходите, пожалуйста, с этой стороны, берите каждый по одному кубику. Ваша задача их перемешать. Я отвернусь, не буду смотреть на то, как вы это делаете. Ну что же, а моя задача будет собрать эти 10 кубиков Рубика ровно за 4 минуты. Если вы готовы, пожалуйста, занимайте свои места. Спасибо вам большое за то, что проассистировали. Присаживайтесь. Спасибо вам большое. Спасибо. Пошло.
Вражаюче, вражаюче, Максим, як завжди. До цього не можна звикнути. Ну що, попереду найважливіше. Скоро ми дізнаємось, як твою долю розпорядилися українці. А я тобі бажаю удачі. І не прощайся, ми скоро побачимось. Це був Максим Чичнєв! Спасибо большое!